Шаг в облако. Промозглое осеннее погода не помеха ставропольским парашютистам. Главное, чтобы видимость для безопасных полетов хватало. В Ставропольском городском аэроклубе продолжают выполнять спортивные прыжки. Профессионалы оттачивают сложные трюки, а новички только знакомятся с небом. Испытать себя решили и сотрудники нашей телекомпании. Приземлившись, они поделились первыми эмоциями. Ну, конечно, кайф. Когда ты летишь, Все идет хорошо, все идет нормально, раскрывается парашют и все. И ты просто летишь и кайфуешь. И первая мысль, когда ты приземлился, что нужно это повторить по-любому. Просто супер, на самом деле. Очень понравилось. Крутые впечатления. Шум, ты прыгаешь, бац, в тишине, в облаке, просто летишь вниз. Просто круто очень, не знаю. А для моего коллеги Павла Яндовицкого этот прыжок уже четвертый. После приземления ему присвоили третий спортивный разряд по парашютному спорту и вручили соответствующее удостоверение. Пилоты шутят, что нормальный человек из исправной машины не выпрыгнет. Я выпрыгнул четвертый раз. Эмоции самые замечательные. Со временем начинаешь в фазах прыжка понимать свое удовольствие. Ну и в следующий раз обещали дать более спортивный парашют, поэтому будем продолжать, будем обязательно прыгать. Спасибо большое нашему Ставропольскому аэроклубу. Он замечательный, здесь здорово, профессиональные люди и очень хорошо заниматься парашютным спортом. Также в Ставропольском аэроклубе, благодаря поддержке Думы и администрации краевого центра, действует специальная программа для школьников столицы края. Новичков обучают опытные инструкторы. У организации есть все необходимые лицензии и документы.